Один из самых влиятельных политиков Венесуэлы, Дисдадо Кабельо, переизбран председателем парламента. По Конституции именно он должен занять место президента, если Уго Чавес не сможет исполнять свои обязанности. Его называют вторым после венесуэльского лидера по влиянию политикам в стране. Он успел побывать в нескольких министерских креслах, в том числе возглавлял МВД и Минюст. Во время госпереворота в 2002-м Кабельо, тогда вице-президент, первым своим приказом отправил элитные войска вызволять главу государства из плена. На его поведение внешне не повлияло и то, что перед отъездом на лечение на Кубу сам Чавес назвал своим преемником вице-президента Мадуро. Кабельо продолжает на публике демонстрировать лояльность обоим своим однопартийцам.